рана на спине. Он бежал. Он почти успел спрятаться. Почти. Эй, есть там кто? Как ты сюда попал? Приплыл. Это же остров. Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергином, когда... Ниоткуда! Вот именно что ниоткуда! Пламя вспыхнуло и тут же погасло. С этого все и началось. Я пошел сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня! Вбегаю я внутрь, задвигаю щеколду и слышу, вроде как кто-то шепчет мое имя. Микьянь, Микьянь. Выглядываю, призрак, больше остальных. И таким холодом от него било, что... Я могу попробовать тебе помочь, но сначала два вопроса. Да хоть сто, только вытащи меня отсюда. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, моя хата и все, одни голые скалы. Этот призрак. Расскажи мне о нем побольше. Он вроде был умнее остальных. Как будто он знал, все знал. Только тебе, наверное, это не сильно поможет, да? Странно это все. Мне нужно осмотреться. Тогда возьми ключ от маяка. Если захочешь, и там символы связи, проявление злой воли, направленной и сконцентрированной. Значит, проклятие. Оно и держит здесь призраков. Покаянник? Хорошо, что он пока не появился. В таком тумане и в темноте убить его будет невозможно. Нужно зажечь маяк. Если проклят Микьель, то проклятие удерживает его в этом месте. Только он может разжечь огонь, который снимет чары. Какое-то письмо. Ну вот, пожалуйста, под фонарем темнее всего.
Ох, это ты. Узнал что-нибудь? Оказывается, на этот остров приходит покаянник. Это дух, который наказывает за злые дела, за преступления. Например, такое преступление. Заманивать корабли на скалы, чтобы потом их грабить. Не выкручивайся. Я нашел письмо. Все равно дракары то и дело тонут. Это ж море. А если он у острова разобьется, так хоть товар напрасно не пропадет. Вернемся к этому позже. Но как? Воин из меня никакой. Догадываюсь. Но проклятие связывает тебя и это место, так что только ты сможешь его снять. Если я отсюда выйду, этот призрак меня убьет. Я буду тебя защищать. Хватит искать отговорки. Смотри, вон там. Это он. Я вижу, не ори, просто зажги огонь на маяке и помни. Если ты напортачишь, покаянник сперва убьет меня. Тебе. Быстрее! Знаю, сколько я еще выдержу. Ну, сколько мне еще ждать? Получилось. Но это вовсе не значит, что остров в безопасности. Потому что на нем остаешься ты. Сторож маяка, который заманивает корабли на скалы. Это была ошибка. Теперь я понимаю. Клянусь Фрей и всеми богами Большой Земли. Больше никогда. Да, больше никогда. Потому что как только мы закончим этот разговор, ты соберешь вещи и уедешь. Навсегда, понял? Да как же я...